Так, сегодня у нас 13 апреля 2017 год. И вопрос как раз касается даты. То есть дата. Вот показываю, что сегодня именно 13 апреля. Сегодня 9.06, 13 апреля 2017 год. Произошло событие, то есть можно там как бы удостовериться, что запись ведется сейчас именно 13 апреля. 2.17, одесские спасатели, сигнал. Крупный пожар был здесь. 13 апреля в 2 часа ночи. Хорошо. 13 апреля. 17 год, 10.37 по Киеву. Да. Так вот, но просматриваю выложенное в YouTube видео. 57 минут назад. Опубликовано. Смотрим. РБК разместила новость. В Саратове задержан оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Опубликовано, прошу заметить, 12 апреля 2017 года. Но вчера 100% Вячеслав Мальцев в 21, по-моему, по Москве вел прямую передачу, прямой эфир. Поздравлял всех с Днем космонавтики, никаких задержаний не было, тут дневное время суток, то есть явно это сделано уже сегодня утром, запись, 13 апреля. И опубликовано, ну, 57 минут назад, видели, да, или сколько там, ну, в течение последнего часа. То есть вопрос такой, по каким принципам выставляется, ну, да, сейчас там, допустим, где, в Дугласе, точное время в Дугласе, думаю, может, YouTube контент, который на нем размещает, привязывает к какому-то определенному часовому поясу. Там на Аляске еще 12 апреля на данный момент. Или владелец аккаунта РБК, который называется, при создании этого аккаунта указал какую-то привязку к какому-то, не Гринвичу, там, не к московскому, киевскому времени. Ну, московскому случае РБК логично было бы. Я привязался к какому-нибудь там времени на Аляске. То есть для некоторых материалов, для некоторого контента время публикации это существенное значение имеет. Где можно узнать, по какому, то есть понятно, больше чем на сутки не ошибется, но тем не менее. Где можно узнать, к какому часовому поясу привязан конкретный аккаунт YouTube? Вот так, наверное, правильно сформулировать вопрос. Он совершенно очевидно привязан к каким-то разным часовым поясам. Где это?